Оргкомитет чемпионата мира 2014 представил официальный постер турнира. Церемония, перенесенная с 28 января из-за траура по жертвам пожара в ночном клубе города Санта-Мария, прошла максимально скромно. У всех участников есть поводы для беспокойства. Бразилия отстает от графика строительства спортивных объектов. ФИФА уже объявила о переносе даты ввода в строй самого знаменитого бразильского стадиона Маракана с февраля на май. Саму Международную федерацию футбола сотрясает скандал, уже названный Катаргейтом. Генсек ФИФА Жером Вальке отказался комментировать информацию издания «Франс Футбол» о том, что Катар получил чемпионат мира 2022 года благодаря подкупу футбольных функционеров. Самого Вальке журналисты бразильского издания «Фольха ден Сан-Паулу» объявили в получении взятки в 100 тысяч долларов за лоббирование кандидатуры Бразилии как хозяйки Мундиаля 2014.